Любой торт нуждается в красивом оформлении. Если залить торт шоколадной глазурью, то получится не только очень красиво, но и вкусно. А как приготовить правильную глазурь, я расскажу ниже. Если вы готовите шоколадную глазурь для того, чтобы сделать подтеки на торте, то сливочное масло можно не добавлять, а если заливать торт целиком, то без него не обойтись. Сливочное масло делает глазурь более пластичной, и она не будет трескаться на торте. Список ингредиентов в конце видео. Для приготовления глазури подготовьте необходимые ингредиенты. В небольшой ковш налейте жирные сливки, поставьте на огонь и доведите до кипения, кипятить сливки не надо. В горячие сливки добавьте шоколад поломанный на кусочки, перемешивайте массу до полного растворения шоколада. Затем в горячую массу добавьте сливочное масло, оно сразу начнет таять, хорошо вмешайте масло в шоколадную массу. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Если получившаяся масса гуще, чем вам необходимо, то можно добавить еще немного сливок. Для подтеков глазурь нужна гуще, чем для заливки торта целиком, остудите глазурь до комнатной температуры. Для заливки шоколадом установите торт на решетку и залейте глазурью, дайте лишней глазури стечь с боков. Залитый торт можно перенести на подложку и украсить по своему вкусу. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Шоколад 200 грамм, темный, сливки 100 грамм от 33% жирности, сливочное масло 2 столовые ложки, количество порций 1. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пусть вам сегодня повезет.